В эти выходные в России прошла «Библионочь». Реутовские библиотекари ее немного модифицировали. С учетом возраста приглашенные провели «Библиосумерки». Какими они были, расскажет Юлия Абдулаева. Так часто в дверь городской библиотеки молодые люди не заходили уже давно. Но сегодня особый день, точнее вечер, в книгохранилище «Библиосумерки». Для нас это главное событие, к которому мы готовились очень долго, интенсивно, и оно стало очень важным для нас, этим событием. Для привлечения наших читателей библиотеки. Читатели для начала разогревают викторинами, задают вопросы из истории литературы, приводят цитаты на опознание. Попробуем первое стихотворение. Ночь, улица, фонарь. Аптека, да. Дальше. И все. Но дальше правильных ответов становится все больше. За каждый участники получают библиобаллы. Когда набирается больше 10, можно претендовать на сладкие призы. А тем, кто справился лучше остальных, вручают самый большой подарок. Главный приз – автомобиль! Брелки возьмите, пожалуйста. Иван в тройке лидеров, говорит, и знания обновил, и время провел с пользой. Все это мероприятие было очень интересным, особенно конкурс. Я сам увлекаюсь литературой, люблю почитать и... Воле судьбы вот выиграл. А когда сумерки окончательно спустились на город, в библиотеке началось действие, которого здесь вообще ни разу не было. Молодежь зажигает по звуке хорошо знакомых с детства и самых модных мелодий. Всероссийскую акцию библиотеки Реутова поддержали впервые, но теперь уже готовятся к следующей. Говорят, сюрпризов в программе станет еще больше. Ирина Шайдуллина, Юлия Абдулаева. Специально для РТВ.